Жители микрорайона Алгабас Алматы боятся заходить в новые дома после того, как предположили, что еще одна высотка накренилась. Люди считают, что строение в любой момент может рухнуть. А представители акимата уверены, безопасности жильцов ничто не угрожает. Еще не утихли страсти по аварийному дому в микрорайоне Алгабас, который накренился в начале июня, как местные жители вновь оказались во власти страха и паники. Крен дала еще одна высотка. Тревожным сигналом для жителей этого дома послужила входная дверь. Она уперлась о пол и перестала двигаться. После подъездной двери искривилась дверь подвальная. Мы поставили туда шайбы, чтобы немного выровнять и приподнять. Но через 2 недели она вновь искривилась. Люди боятся заходить в дом, и многие уже поспешили его покинуть. Мы вызвали ДЧС, но они сказали, что опасений нет. Но жители высотки отказываются верить, что все в порядке. Они показывают подвал, где из-за проблем с трубами собираются все канализационные стоки. Старая 200-литровая бочка, предназначенная для временного решения проблемы, быстро заполняется. Есть у людей претензии к качеству дома. Асхат Мамаев вспоминает, эйфория после новоселья прошла быстро. Новая квартира выглядела совсем не по-новому. Выломанные окна и двери на балконе были прижаты балкой, как объяснили, для защиты от воров. Впрочем, этот дефект Асхату обещали исправить. Сказали, что завтра починят. И с этого дня началось. Завтра, завтра, завтра. Я уже сам собрался починить, но у меня всего 35 тысяч инвалидной пенсии. А замена только одной двери стоит 40 тысяч. Жители соседних домов уверяют, что это не второй, а уже третий накренившийся дом. Глядя на здание напротив, и правда возникает ощущение, что оно слегка наклонилось. Уже год как живу, и вот я говорю, третий дом вот у нас вот такой инвалидный, и мы боимся за детей, за своих, за внуков. Чтобы была комиссия, проверили все как положено, вот что он действительно будет стоять, этот дом. Вот тогда мы будем спокойно жить. Представители акимата уверяют, что дом уже обследован и не представляют угрозы для его жильцов. Крена нет, но фундамент укрепят. Данный дом и напротив дом оказались очень слабыми грунтами, водонасыщенными. Чтобы не предотвратить первый случай крена дома, на сегодняшний день принято решение цементизации основания фундаментов данных домов. Укреплением фундаментов будет заниматься специализированная компания. Дом, который вызывает опасения у жильцов, был построен по госпрограмме «Доступное жилье 2020». Как сообщили в управлении строительства, представители компании-застройщика скрылись в неизвестном направлении. Но на вопросы по поводу качества строения они наверняка обязательно ответят. Динмухаммед Каликулов, Айдар Абдешев, 24 КЗ, Алматы.